Здравствуйте. Представляем котел масляный на 60 литров, КП-60. Коронслива ДУ-40. Пульт управления с нержавейки, штурвал на опрокидывание. Крышка разбирается на две половинки. Мощность котла 10 кВт. Разбирается крышка, снимается. Включаем сетевую кнопку. И побочное включение. Терморегулятор варен через стакан, стеночку. И температура рубашки, температура сырья. Сетевая кнопка, и каждый блок у нас получается по 5 кВт. 5 кВт и 5 кВт. То есть общая мощность 10 кВт. Идет нагрев, это защита от перегрева. То есть загорится красная лампочка, выставляем в пределах 200 градусов. То есть сзади у нас стоит группа безопасности. Нижний краник, средний краник и заливочная воронка расширительная. Ну и штурвал на прокидывание. То есть сейчас кипит масло, начинается процесс кипения масла. Таймер у нас стоит 10 секунд. Через 10 секунд как бы схема отключится. Но при запуске надо будет дождаться, пока сюда пойдет лишний избыток масла, слить его через нижний кран. Все, таймер работает, схема отключилась. Мешалка у нас получается реверсная с трубопластовыми скребками. Работает в противоход. То есть опустили ниже скребок, доставал до дна. Включили, значит, работает по часовой стрелке, центруется на пятаке, разбираться на клапан соединения. То есть регулируется резистором либо быстрее, либо медленнее. Либо в другую сторону. Ну и разбирается, то есть это для удобства, то есть, чтобы можно было помыть. Разбираться на клампе, клам вытащили, отодвинули мешалку в сторону и мешалку, чтобы можно было удобно ее помыть. Вытащили. Ну все, котел готов к работе.